видеть. Скажите, вы знали, что авианосец Арасаки стоит в порту Найт-Сити? Это Куджира, что значит кит. Видимо, Арасака решила, что в японских водах ему опасно. Того и гляди, местные китовые загарпунили бы в научных целях. Неплохая демонстрация силы. Интересно, чем ответит Милитех. Может быть, Майерс пролетит над штаб-квартирой Арасаки на ржавом ведре Б-17? О, кажется, это немного некорректно. Простите, где мои
множество! Виновник! Hello.
глотку.
信じてはいけません。
Зовут Джош Коворкин, и как всегда, ваше дело – это мое дело. Как всегда, начнем с общего обзора биржи. Хироши прибавила 2 пункта, Квадро потеряла 1, и Америка Аутоворкс нарастила 1.5. Но самый большой сюрприз сегодня принесла Orbital Air, взлетевшая на 10 пунктов. Да-да, ваш слух в порядке, и вы не ослышались. 10 пунктов. Интересно, почему? О каких-то новых проектах Orbital Air не объявлял. Завершила год с убытками и рассталась с директором. Почему вообще кто-то вкладывает в стагнирующего аэрокосмического гиганта? Друзья, не забывайте, большими счетами... Continues to be a major cause of it.
かかってきなよ。
один на один!
disrespect.